В минувшую среду в администрации района под председательством Заура Хамирзова состоялось совещание об итогах призыва граждан на военную службу весной 2017 года и задачах должностным лицам по организации проведения «синего призыва». Открыл совещание с докладом об итогах призыва граждан на военную службу весной 2017 года военнокомиссар Гиагинского и Кашхабльского районов. Информирую вас, что на основании указа президента Российской Федерации 30 марта 2017 года номер 135 и постановления правительства Российской Федерации 2006 года номер 663 об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Кашухабльском районе был проведен призыв 90-99 года рождения граждан на военную службу весной 2017 года. Призыв граждан на военную службу проводился в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации номер 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. В соответствии с распоряжением главы Республики Адыгея 23 марта 2017 года номер 51 РГ была создана призывная комиссия Кашухабльского района. Ее работа осуществлялась в соответствии с утвержденным планом и графиком. Работа призывного пункта организована была в соответствии с требованиями руководящих документов. Происшествий и грубых нарушений в ходе призыва граждан на военную службу не было зафиксировано. Норма призыва, установленная военным комиссаром Республики Адыгея, выполнена на 100%. Далее о результатах взаимодействия межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский с отделом военного комиссариата по вопросам обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности весной 2017 года доложил начальник охраны общественного порядка межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Руслан Хуажев. В целях исполнения требований приказа 366/789 в вопросах организации взаимодействия с военным комиссариатом ежегодно согласовывается план совместных действий межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, военного комиссариата, миграционного пункта межмуниципального отдела по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27.2, пунктом 1 части 1 статьи 27.3 КОАП РФ органов внутренних дел при выявлении административных правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц военного комиссариата осуществляет доставление лиц, совершивших административные правонарушения и не явившихся на мероприятия, связанные с призывом, в служебное помещение УВД сотрудниками межмуниципального отдела в взаимодействии с военным комиссариатом Ленинского и Кашхабльского районов, администрациями сельских поселений проводилась работа по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. В целях принятия решительных мер по розыску граждан из категории неоповещенных и не явившихся на военную призывную комиссию и из числа находящихся в длительном розыске во взаимодействии с главами администрации, муниципальным отделом МВД России Кашхабльский были проведены совместные мероприятия. Со 2 по 9 апреля 2017 года и вручением повесток на 10 апреля обеспечено прибытие на призывную комиссию 4 человек. Это силами участковых 2 и совместными 2 тоже было. В завершении для постановки задач должностным лицам, связанные с организацией и проведением осеннего призыва, слово взял глава района Заур Хамирзов. На этом тема совещания была исчерпана.